Камнепад высокогорья Дагестана оставил без транспортного сообщения 12 сел. В Клиратинском районе более 5000 человек остались без автомобильного сообщения из-за камнепада на дороге местного значения от Клирата Камилух. Как сообщили в региональном МЧС, жертв и пострадавших нет. А в Цунтинском районе автомобильная дорога республиканского значения Агвали-Шаурики-Деро закрыта в связи со сходом снежных лавин. В Бештинском участке также по этой причине закрыт Генухский перевал. Ликвидацией последствий сильного снегопада занимаются сейчас дорожные службы.